Привет, друзья! С вами Клин 8 и вашему вниманию интересный бой на танке ТОК-2 Энск с мастером основным калибром, когда попадаешь не в топ списка, а в середину его и не просто побеждаешь, а разносишь команду противника в клочья. Приятного просмотра и ставьте пальцы вверх! Итак, танк ТОК-2, собственно, медленная машинка, и почему я решил записать именно этот бой, поскольку он произошел прямо на таких вот повышенных тонах с чистым опытом более 1500, что для моего аккаунта, для моей игры бывает не так уж часто и довольно-таки редко, при этом постоянно в топе списков команд. Ну и что я делаю? Еду в одиночку вперед между торговыми вагонами и рассчитываю кого-то же там увидеть на своих 13 км в час, но поскольку никого не вижу, а противники все справа нарисовались, разворачиваюсь в правую сторону, перестраиваю, скажем так, поездовые ряды и сам пытаюсь пристроиться рядышком параллельно с ними. Весь бой, собственно, и заколачивается примерно в этих областях. И, кто не знает, вот здесь есть такая интереснейшая позиция, в которую можно простреливать противника. И при этом быть не засвеченным в первые минуты, если там не будет, к примеру, такого тяжика, как 130-го, который рентгеном все высветит. А так, в принципе, можно вот так брать и простреливать. Что я и делаю. И первый противник уже есть засвечен. Дальше. Поваленная елочка. Дальше агрессия на 150-го. Ну там ПТ-шка вдалеке. Почему бы ее не поставить на каточке, не пострелять? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот так вот спокойно, не спеша, начинаю разбирать 150-го. И причем без боязни, что у него там КД или ДПМ выше, потому что у меня КПшек гораздо больше, и поэтому включаю голду и вперед. И тут мне еще и арта накидывает. И вот в такой ситуации, когда ХП совсем нет, счет 4-1, и я еще и мастера беру. Это же надо. Да, да. 1000 урона. Нет ремки. Мехвод там простужен. И танк едет еще медленнее, чем обычно. Сразу я прячусь от артиллерии под вагончики. 6-3, 6-4, быстро счет меняется. И тут есть момент настреливать СТ-шечки. 6-5, прям экран начинает краснеть и краснеть. Кого-то я пригласил во взвод для какого-то... А кто это был и чего я там хотел? Не знаю, чего я хотел, но он сдох. Но он сдох раньше времени. Вот. 7-5. Вроде бы что еще делать? Одна пулька и танка нет. Ну, как-то еще и выжил. Сейчас буду просматривать, изучать. Как же я выжил? Как же я что-то сделал? А вот так вот. Кромвель, фуловый кромвель ставится на каточек. И уже не фуловый, уже половинчатый. И вот он не пробивает, повезло. Попал прям в починку. Еще один кромвель готов. Притом идет не только на стрел, но еще и под свет. И на удивление, гриль, артиллерия, не стреляет в меня. Или не попадает. Очень близко я притерся к вагончикам. И грилю сложно попасть. Хотя на самом деле можно было бы как-то. Особенно в крышу башни туда закинуть, если прицелиться. Да, вот такой вот себе боёчек, буквально на одном месте. А что, мехвода я буду чинить аспиринчиком? Не буду? Не чиню мехвода аспиринчиком. Тут пытаюсь найти прострелы, по-моему, даже где-то нахожу. Сушка не так далеко заехала, и да, есть там какая-то тычка. Надо было бы домик сразу разбить. Так я и делаю. И вот, наконец-то, мехвод. Да, получилась еще одна пулечка.
КВХ поехала вперед. Еще одна пулечка. Еще одна пулечка. Еще один фраг на мой счет. 2222 единицы урона. Сквозь забор простреливаю нашерно. И уже 2,5 урона. Короче, буквально на ДПМе. Все на ДПМе идет. И подсвет, и дамаг. На последних сотни ХП. А, вспомнил финальный момент, почему меня таки завалили. Ну, я отдался, можно сказать. До самого последнего старался выживать. Целюсь, забираю четвертый фраг. И вот нахожу я этого, 45 ТП. Знаю, что он поедет сюда. Выстрел, попадание, он втаранивается куда-то там. Тут прям замечательно, вот часто бывает. Смотрю, что снаряд прилетает прям в маску, даже с борта, если стреляешь. Думаю, это ё-моё, давай уже голдой пробивать его. Вот, и тут банально отдаюсь, понимая, что у меня остается единственный шотик. Вот в этом следующем моменте. То есть свестись, попасть и при этом закончить бой. Хотя можно было бы сейчас откатиться назад, выжить. Но нет. Я кидаю ему шот, и он не кидает шот. Почти дуэлянты. И почти 3000 урона за бой. Бой продлился 7 минут. Довольно-таки прикольно. 4 фрага, 1,5 урона. То есть даже на последних хп, когда остается у тебя последние там капельки хитпоинтов прочности танка, несмотря на это... Как кто-то говорит, у меня КД, я не поеду. Или кто-то скажет, а я шотный, что я буду ехать? А я поехал. А я поехал и не просто стрелял, еще и давал засвет, отвлекал противника на себя и делал вот такие вот дела. И вот такие вот результаты в финале вышли. 1690 чистого опыта за бой. Такие где-то блайнд залетел и 3000 урона. И суммарно 23 реализованных снаряда из 38. Смотрите, насколько хорошо в таких боях фармит ТОК-2. На 6 уровне результат практически 8 премиум танка. Да не практически, а в принципе 92 тысячи за бой выдаются не каждый бой на 8 уровне, правда? Спасибо, друзья, за приятный просмотр. Хорошего всем настроя, классных боев. И если у вас есть реплеи, присылайте по почте. Ссылка будет в описании. Всем удачи и до скорых встреч. Пока.